Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Битва Чемпионов от Marvel. Так, сегодняшняя награда давайте заберем. В календаре посмотрим, естественно. И нам достаются, короче, карточки. Я их так буду называть. Здесь нам ничего не нужно. Не будем ничего тратить. Да у нас и нет 400 карточек. Так, какой нам здесь достанется кристалл? Какого цвета? Давайте глянем. И это желтый, здесь выпадают иногда герои. Ну, правда, слабенькие. Хорошо, и также катализаторы здесь есть. Ну, дайте мне что-нибудь хорошенькое. И у нас Т'Чала. Черная пантера, однозвездочная. Так, ребят, по-моему, да, дубликат у меня уже есть. Так что у него откроются новые способности. Но, опять же, согласитесь, одна звезда ни туда и ни сюда. Я, правда, не знаю, можно ли вот этих вот персонажей раскачивать в дальнейшем. Ну, а здесь нам достается либо хилка, либо золото. Либо воскрешение, камень. И нам достается... хилка. В принципе, это тоже неплохо. Жалко, конечно, что первого уровня очень мало будет хилить нам хп. Что мы еще можем здесь взять? Все, ребята, на этом закончились призы халявные. Так, и нам нужно, наверное... Так, погодите, ребята, здесь у нас 27 персонажей просят моей помощи. Я, естественно, буду помогать. Сразу по четверочке будем. Причем это Мега Вальтер. Да. Трехзвездочный, хорошо. Так, пойдемте, наверное, с вами на сюжеточку сегодня сходим, да, ребята? Продолжим. А, нет, нет, ребят, не на сюжетку мы пойдем, а пойдем вот сюда. Да, я забыл маленько, мы здесь с вами еще не закончили все, что нам нужно. Так, у нас задание события «Разлом хаоса». По-моему, вот здесь вот нам и нужно с вами приостановиться. Я не выполнил все условия. Странно. Так, тогда давайте путь в лабиринт, наверное, да? Задание события. В мире битвы открылся загадочный портал. Сумеешь ли ты пройти полный опасности путь в лабиринт и показать, на что способны твои чемпионы? Скрытый вход. Ну что же, я думаю, что пора показать, на что мы с вами способны. Раунд один у нас здесь. Давайте глядеть, что такое. Можно активировать усиление, пока это нам не нужно ничего. Состав команды, естественно, ребят, я тоже менять не буду. Опа, смотрите, как здесь все. Любопытно, а где же это мы? А, призыватель, ты тоже это чувствуешь? Неприятно признавать, но место это создано не мной. А кем тогда, Таносом, что ли? Здесь мое зрение ограничено, и я не вижу, куда мы направляемся. У тебя то же самое? Как бы то ни было, мы продолжим путь. Для разгадки этой тайны твоих сил более чем достаточно. Это хорошо, это ты меня порадовал. И у нас первый персонаж Вижн. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, две звезды у него. Да. Зверем мы не будем играть, давайте вот, наверное, Гаморой. Чтобы было по справедливости у нас все. Кстати, я хотел спросить, ребята, а что у нас круче, золото или вот серебро? Ну, по идее, должно быть золото. Но персонажи с серебряными двухзвездами довольно неплохо дерутся, поэтому вот я как-то сомневаюсь даже маленько в том, что здесь золотые звезды это самый смак. Тогда успокойся ты, Вижн, а? Эраль Трона, отдохни он маленько. Достал уже. Ха-ха. Ну что ж, Гамора у нас побеждает, и мы с вами идем дальше. В принципе, здесь не так уж и много, я смотрю, персонажей, причем здесь только по прямой, вот это меня устраивает. Не надо тут какие-то корявые пути выбирать. Двигаемся себе по прямой. Давайте, наверное, Кейбла возьмем. Как раз против мисс Марвел, я думаю, что у нас получится победить. Да я даже не думаю, я уверен, что мы победим здесь. Да-да-да, красотка, куда ты рыпаешься, а? Вот так вот получилось свое маленько. Вот. Дегенерацию повесили, теперь она будет тратить хп. Так, так, отступаем, ждем, ждем. Опа, еще раз попалась. А, глупышка. Слушайте, я думаю, она у нас погибнет от потери здоровья. Ну, я хочу ускорить этот процесс. И вот так вот. Готова, девочка. И Кейбл, как всегда, побеждает, ребят, у нас. Ничего страшного, двигаемся с вами дальше. У нас здесь довольно коротенькая дорожка, да? Да, вон уже конец, ребята. Так что пройдем быстренько. Даже глазом не успеем моргнуть. И у нас тут палач, да? Каратель, точнее, ну, пунишер. Можно так назвать его по-другому. Так, и что же?
Две звезды у него. Я думаю, что... Воу-воу-воу, тихо, братиша. Успокойся, малька. Надо тебя присмирить, так скажем. Оу, дегенерацию схлопотал. Теперь будешь истекать у нас кровью. Тихо ты. Лезет он. Слушайте, я думаю, сейчас победа будет за нами. Никаких проблем, в принципе, здесь нету. Как видите, все у меня удачно получается. Единственное, что он может сейчас сделать суперудар. Но мы ему не дадим. Не понял я, по какой такой причине я не могу у него отнять 1% хп. Эй. Ну, вот так вот, елки-палки. Ничего себе, ребята, он выдержал у меня, можно сказать, даже суперудар. Видимо, у него какой-то перк сработал на защиту. Может быть, даже на определенное какое-то количество времени бессмертия. Поэтому он держался. И у нас Колос. Ну, с Колосом обычно никаких проблем у нас не должно быть. Давайте, наверное, не будем мы брать зверя, а возьмем Гамору, да. Я думаю, Гаморой тоже я смогу справиться. Легко причем. Понеслась. Очень мне нравится проходить вот эти сюжетные всякие миссии, потому что они непредсказуемы и всегда что-то здесь новенькое такое есть у них. Да ладно тебе, Кулас, угомонись, все. Ну, согласись, ребята, он крепенький. Хе-хе, промахнулся, дуримар. Да ладно тебе, что ж ты, ирод, этакий делаешь? Вот, что надо было давно сделать. Добиваем, все, лежит и отдыхает. Да, наверное, сейчас мы быстро-быстро с вами это пройдем. Но там, ребята, очень много сюжеточек, поэтому это только первое. Ох ты, а это кто у нас такой? Что за красавчик? Мерзость. Ну, действительно, судя по его физиономии, действительно какая-то мерзость. Я бы сказал, даже гримлин какой-то или гоблин мутированный. Хотя, возможно, есть такой персонаж, которого так и звать, мерзость. Я его не видел. О, чем-то он мне напоминает, знаете кого, ребята? По походке, по своим движениям Джиггернаута. Так, отлично, получил он свое. Ну давай ты, ё-моё, раскрывайся, а? Что ты, вот любитель блока-то. Ха-ха, я там тоже чудю. Так, хорошо. Крепкий, ничего не могу сказать, ребята. По здоровью у него тоже нормуль. Да что, опа, опа. А, промазал. Олух ты несчастный, за это ты и поплатишься сейчас. 28, 27, 25%. И осталось, наверное, ребятушки, хорошо ему прописать. Для полного, как говорится, фэншуя. Вот так вот, есть. Готов, мерзость оказалась мерзкой слабой тварью, которую мы только что победили. Двигаемся дальше, и у нас здесь алая ведьма. Ребят, ну они все здесь двухзвездочные, поэтому о чем вообще здесь можно говорить? Давайте по-быренькому все это сейчас пробежим. Я сейчас зверем ее заколбашу, там всего лишь у нас три персонажа. Ну и, конечно же, хотелось бы верить, что в следующей главе, а также останутся двухзвездочные. А если по возрастающей, вот это будет плохо. Оу, алая ведьма вообще ничего не успела сделать, ребят, просто отдыхает, наслаждается, как говорится, поражением. Ну а мы с вами переходим к предпоследнему персонажу, и это у нас Человек-муравей. Я с ним как-то один раз столкнулся, ну, знаете, исход был очевиден, он, как всегда, у нас отдыхал. Так что, я думаю, здесь будет тоже не исключение. Давайте-ка проверим это все дело. Да, две звезды у него, как обычно, серебряные, так что понеслась. Главное, не давать этим ребятам использовать свои суперудары. Так, хоп-хоп-хоп, и, в принципе, все, готов он. Ну и остался последний там чемпион, так скажем, который жаждет получить от нас звездюлей. Похож на Дэдпула, может быть, это и есть Дэдпул. Но костюмчик какой-то не такой, немножко другой. Да, ребята, это Дэдпул. Но, видимо, сейчас посмотрим, почитаем получше, кто он такой. Наверху должно быть, наверное, написано. Ага, сила X. Я не знаю, откуда у Дэдпула сила X. Так, тихо. Ну, как видите, он ватненький. Уже 50% хп у него осталось. И, естественно, я делаю добива... Да ладно тебе, вот раздухарился-то под конец, а? Увеличение энергии он себе какой-то повесил. Но это его не спасает. Ну что же, я могу сказать, что очень легко и просто мы победили. Прошли с вами первую ветку, вот эту вот. Причем должно пройдено на 100%, потому что здесь не было никаких ответвлений. Ух ты, нам дали 5 карточек, 5 осколков. Ладно, не будут лишними. Слушайте, а может быть, давайте что-нибудь с вами еще глянем. А посмотрите-ка. Ожившие технологии. Это ежедневное задание, причем новое. И 22 часа всего осталось ему быть. Так что я хочу просто глянуть.
Командочка меня устраивает моя. Давайте, понеслась, как говорится. Ожившие технологии. Ага, здесь у нас опять же все это по кругу. Ну да, это уже было. И Альтрон нас ждет на пьедестале. Хорошо. Ох, ребята, вы посмотрите, что здесь происходит. Вы ничего не замечаете? По одну сторону, по левую у нас идут двухзвездочные, а сюда идут трехзвездочные, серебряные. И здесь у нас стоит Халкбастер. Ладно, давайте возьмем, наверное, с вами Гамору. Ну да, немножко проигрываем, но зато у нас есть классовый бонус. Давайте посмотрим, кто это такой, что это за Халкбастер. Оу, это Халк в костюме Железного Человека? Ёлки-палки, вы посмотрите, он просто мегамощь какая-то непробиваемая. Жесть. А что вы хотите, ребята? У меня 3 звезды золотых, у него 3 звезды серебряных. Причем, оу, причем у него, наверное, 3 спецвозможности открыты, которых у меня нету. Да ты достал уже, в самом деле. Ух. Никакой потери крови. А, нет, есть, есть, но как-то этого незаметно, если честно, ребят. Ой-ой-ой. Какой он мощный. Я просто не хочу проиграть. Поэтому не будем здесь, наверное, дурака валять. Будем сосредоточенно играть с вами. На-ка, получи. Блин, он укрылся. Опа, хорошо. Оу, пробитие брони мне сделал. Это значит, я буду сейчас хиленьким. Слушайте, не будем давать спуска. Давайте вот так вот напряженно его бомбить. 3%. Ну, должен я его... Да что ж ты... Фу, повезло. Дай... Ай-яй-яй, есть. Ёлки-палки, а что же тогда будет дальше? Блин, Гамора практически на грани своих способностей дралась. Да, действительно, мне придется здесь выбирать, скорее всего, моего зверюгу. И у нас звездный лорд, по идее, да? 3 звезды, у него классовый бонус идет, ребята. Но зверь у меня все-таки с 4 звездами. Давайте попробуем одолеть. Я думаю, что он будет немножко слабее, чем я. Хоть у него и классовый бонус. Так, успокойся, родной. Открыл он счет, гаденыш. Ну ладно, мы сравняли пока жизни. Ага, получает он свое, прекрасно. Главное не давать им использовать их суперудары. Уж больно сильно они бьют по нам. Так. Что он там? Да ё, ярость он какой-то себе повесил. Ёк-каламане, вот это он вжарил. Блин, дайте мне накопить, ребята, на суперудар мощный. И тогда я покажу, кто здесь хозяин. Если, конечно, он доживет до этого времени. Во! Давайте испытаем счастье. Понеслась. Ну что же, я думаю, что все, ему кранты, шансов нет, ребята, и победа наша. Я очень доволен. Так, значит, звездный лорд у нас пал. И кто там у нас будет следующий? Вижен, я смотрю, да? Угу. Ну ладно, давайте попробуем, опять же, зверюгой. Потому что... Давайте-ка глянем вот это. Проигрываем, ребята. Хоть у нас там и классовый бонус идет, но я боюсь, что он нас может тут завалить. И нам придется с вами переигрывать уже другим персонажем. Так что поехали. Так, опять же, эра Альтрона. Да успокойся, Вижен, ё-моё. Почему они здесь такие шустрые, а? Хитрые и ловкие. На-ка! Зацепил я его. Черт, мимо! За это я сейчас, наверное, поплачусь. Смотрите-ка, сжигание энергии на мне висит. Висело. Да. Ну нафиг, я не могу проиграть какому-то Вижну. Ты посмотри, что, а? Ох, елки ты палки. Так, хорошо, мы практически, ребят, можно сказать, сравняли ХП. Ага, конечно. Нет, что-то я отгребаю по полной программе здесь. Да еще и суперудар у меня... Мимо, как говорится, ворот был сделан. Так, здесь он промахнулся. Хорошо, есть шанс. Есть, ребята, да. Фу. Но 17% здоровья у зверя осталось. Это, конечно, никуда не годится. Нужно обязательно отхиливаться. Вот это я выбрал, да? Надо было мне, ребят, все-таки двигаться по левой стороне. Выбрал правую, где трехзвездочные персонажи. Причем такие мощные. Давайте-ка лечиться. У нас есть один камень. Но он слабенький. Так, покупка подтверждена. Давайте 2 камня возьмем. Так, погоди, я что-то не врубаюсь. Во, погоди, я же взял 2 камня. Что-то не врубился я, малька. Ну давайте этот, наверное, тогда используем еще.
Все равно мало здоровья. Блин, придется, наверное, покупать. О, вот это я понимаю. Давайте возьмем. А, это зелье здоровья 3-го уровня, ребят. Я думаю, что так хорошо хилят. Все, я думаю, этого будет нам достаточно. Практически на равных у нас с ним. Это железный человек. Плюс с классовым бонусом. Марвел нет, не пойдет. Черт подери. Железный человек с классовым бонусом. Причем практически наравне мы с ним. Он даже немножко меня сильнее. Это было показано. Ух, так, хорошо, пока идем неплохо. Разбирается довольно хорошо он. Да успокойся ты, а. У него вот эта вот броня всякая меня, конечно, нервирует. Защита, оу, пробитие брони мне сделали. Главное в этот момент не отгребсти, потому что будут очень быстро уходить здоровье мое. Так, тихо. Обмен у нас идет. Да какой там обмен? По-моему, я только и отгребаю. Ага, оглушение. И какого лешего у него такая быстрая регенерация идет, ребята? Ух, я все, что у него отнял, он в себе восстановил. Да какого... Не-не-не-не-не-не, не надо буянить, не надо. О, 6%... Да не может этого быть, чтобы я тут еще... Да, ребят, я продинамил. Я продинамил эту схватку. Вот это да. Вот это поворот, как говорится. Ну-ка, давайте, наверное, мисс Марвел возьмем. Слушайте, ну, добить-то я его добью, а что мне делать со следующим персонажем, я ума не приложу. Блин, неужели мне придется, да, ребят, мне, скорее всего, придется, наверное, оживлять зверя, хотя... Хотя у нас еще персонажей много, у нас Марвел, у нас Кейбл есть. Гамора, мы ее брать не будем в расчет, потому что у нее очень мало здоровья. И вот он, Альтрон. Ё-моё. Ну что же, давай, Марвел... Попробуем все-таки. Практически здоровье у нас на равных, сила тоже. Так что думаю, что есть смысл в этом. Черт подери. Я как-то помню, играл с Альтроном 3-звездочным. Он мне там таких люлей повесил, что мама не горюй. Здесь немножко попроще. У него 2 звезды. Ага. Так. Чудит. Он что-то хочет сделать, я так понимаю. Вот, и он это делает. Да чтоб тебя разорвало, а. Все равно пока преимущество за мной. Сами видите, ребята, по ХП. Так. У меня есть суперудар, отличный. Можно, в принципе, вот так вот. Ха! Да ну нафиг, он еще и регенерацию на себе повесил. Даже автовосстановление это называется здесь. Так, ладно. Зажарили. Ё-парасете. Блин, почему у меня таких способностей нету? Да ты заколебал на самом деле. И оглушил меня, что к тому же. По-моему, у меня мисс Марвел сейчас будет отдыхать. Хотя нет, 10% у него осталось. Ничего такого нету. Получи, зажарили мы его. Фу. Слушайте, ну проигрыш был очень близко для меня. Но все-таки вырвал я победу из его стальных рук. Завершено. 68% у нас пройдено. Ну потому что мы с вами пошли по одной стороне, а там есть еще другая. Ну, честно говоря, пока, наверное, не будем мы с вами проходить полностью на 100%. У нас все-таки есть сюжетная основная линия еще. Не забывайте это, ребят. Улучшение. Давайте улучшим с вами Марвел нашу. Все камни я в нее волью. Насколько у нас повысится здесь? Так, 7-й уровень. Ладно, хоть что-то. Атрибуты немножко повысились. Замечательно. Так, мы здесь ничего не хотим. Давайте закрывать. Так, Кейбл. Блин, мне бы как-то, ребята, улучшить бы их в плане ранга. Ну, видите, не хватает вот этих вот базовых катализаторов, которые мне нужны. И причем я не знаю, где их взять. Мне писали ребята в комментариях, что за какие-то сюжетные линии или что-то в этом роде. Но я посмотрел, так и не нашел. Может быть, они потом как-то будут даваться. Так, хорошо. Ух, ладно, мы с вами пойдемте, наверное, сыграем. Да, наверное, сыграем, ребята, в сюжетку в основную. Что у нас по событиям? Уже идет, закончено 5. И, как всегда, здесь ничего мне не дают. Не знаю, как нужно все это себе получить. Продвижение технологий. Где это вообще все? Продвижение технологий и так далее и тому подобное. Но можно еще и глянуть, что у нас там осталось. У нас в бой, вот почему 5-ка висит.
Видимо, можно каких-то 5 сюжетных заданий взять. Давайте посмотрим вот это вот, конфликт. А, там, наверное, нужен, как обычно, 17 уровень или нет? Продолжить 1 на 1. Я, видимо, да, начинал, но не закончил. Есть еще чемпионы. Получить еще. Зачем? Почему у меня 2 спайдермена, блин? А, ну да, один однозвездочный и второй двухзвездочный. Смотрите, здесь 3 на 3. Здесь какие-то турниры. Информация об арене, да? Ну, тут получаешь всего лишь 500 голды. Но это зачем? Золота вроде бы пока хватает. Тут уже получше, тут карточки, тут дают осколки нам. Ладно, в это мы пока не будем с вами играть. Состязания нам не нужны. Да и к тому же, если я не ошибаюсь, мы с вами не закончили сюжетку. Да, ребята, мы остановились на гневе. Ну, сейчас, наверное, тоже не будем пока в это играть. Но обязательно вернемся к этому делу. Так, а вот здесь вот надо, наверное, продолжить, я думаю. Где у нас? Вот. Глава 1. Так, путь в потемках тут у нас. И потом будет особое задание — мир легенд. Доберемся и до мира легенд. Ну что же, давайте заходить в скрытый вход. И у нас здесь раунд 2. Я так понимаю, здесь у нас будет только по прямой все идти. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте-ка смотреть. Ну давай, Танос, грузись быстрее. Да, ребята, нету никаких лишних дорожек. Будем идти по прямой. И у нас сокол, да, значит? А, соколиный глаз его здесь зовут. Ну ладно, хорошо. Поехали в бой. Думаю, что здесь-то нам все будет легко и просто, потому что у них 2 звезды серебряные, но тем не менее будем их сейчас колбасить. Ага, я смотрю, ему не нравится. Ха-ха-ха, соколиный глаз. Ну что, получай. Как говорится, я буду отрываться на тебе за прошлые проигрыши. Все, ребята, довольно легко и просто мы его победили. Так, нам дают... Вот я смотрю, дают золото, дают опыт. Но я не вижу, чтобы у меня так быстро рос он. Я как на 16 уровне завис, так и вишу. И причем уже довольно долго. Ага, Росомаха. Хорошо, давай, Росомаха. Я думаю, знаете что? Мы сделаем с вами немножко по-хитрому. Я сейчас по-быренькому пройду эту всю ветку зверюгой. Наверное, когда буду редактировать все это дело, вырежу. И уже где-то, может быть, за боя 2 уже смонтирую. Чтобы, ну, не смотреть нам вот это все, потому что здесь будет все довольно легко и просто. Так что, наверное, я так и сделаю. Ну, я думаю, никаких проблем, опять же, не будет, ребята, с ним. Так что давайте попробуем по-быстренькому его пройти. Носорог, тем более. Да, он толстокожий, но слабый. 2 звезды. Ух, начинает неплохо. Получает от меня неплохих люлей. Кровотечение я повесил, но... А, по 31. Ну ладно, это неплохо. Да чтоб тебя разорвало, да? Успокойся ты уже и ляг, отдохни. Так, повышение атаки он себе сделал. Ну, не он сделал, это, я так понимаю, ребята, автоматически срабатывает с каким-то процентом. Так же, как вот я, например, вешаю на него кровотечение. Сдох он. Хе-хе. Да, зверь, как всегда, у меня победитель. Ну и, я так понимаю, ребята, остался лишь последний у нас боец. И это будет у нас... это, по-моему... Кто это? Джаггернаут или Колос? Да, ребята, это неудачный Колос. Назовем его так. И посмотрим, что у нас там будет за награда. Поехали. На-на-на. Да ладно. Ты смотри, а как он так делает, а, ребят? Я его только атакую, он меня перебивает. Это у него, видимо, такой удар есть специальный. Да успокойся ты уже, блин. Что у тебя за костюм такой идиотский? Что ты на голосе за кастрюлю повесил, а? Котелок, точнее, какой-то. Сделал прорези и сидит в нем. Все, вообще ватный оказался. Он даже не успел использовать свой самый мощный суперудар. Так что отдыхает. Ну, а нам с вами остается только лишь получить награду за прохождение 2-го раунда. Оу, мне нравится, что нам дают карточки и осколки. Мы это все потом соединим, я в плане осколков, и сможем что-то себе хорошенькое такое собрать. Ну, вроде бы как и все, ребят, да? Давайте-ка мы сейчас, наверное, просто с вами пробежимся. Здесь легко? Нет, не хочу пока я этим заниматься. Магазин тоже мне не нужен. Так, здесь у нас какие-то сообщения. Ага, тут вот, технические работы. Это то, что у нас было совсем недавно. Предложение, понятно, это у нас донат. Кристалл искателя камней. Приветствую, призыватель. Завершил вторую главу 5-го акта и достиг уровня 40 в
плюсе. Нет, это сразу проматываем. Это не для меня. Опять же тут донат. Новый чемпион Проксима Полночная. Вступает в битву 12 апреля. 8 часов по Москве. Величайший воин Таноса. Проксима Полночная — это серьезный противник для любого, кто перейдет ей дорогу. Она великолепный боец и без лишних раздумий сеет смерть на поле боя. Слушайте, ну когда я с ней дрался, что-то я бы не сказал, что это сильнейший прям игрок, боец, чемпион. Тут ее на истории, я так понимаю, да? Направь своих 4, 5 и 6 звезд. Че тут 6? О, тут 6 звезд. Я думал 5 звезд максимум. Тут 6 звезд. Ё-моё. Вот это для меня новость, ребята. Ха-ха. Так, что у нас тут? Сообщение. Так, это я написал в Ютубе тебе. Вступай к нам, я объясню, что и как. Ребят, ну на самом деле, я уже запарился выходить и заходить в разные кланы, гильдии. Дайте я, наверное, пока остепенюсь и хотя бы немножко посижу в этом, в котором я сейчас, я, честно говоря, даже не помню, в каком я сижу, если честно. Ну, на самом деле, вышел тогда, попросили меня зайти, я туда ломанулся, а там, извините меня, нет мест. Поэтому давайте я сейчас это напишу. Я хотел вступить, а мест не было. Отправляем. Я надеюсь, он поймет, о чем я. Так, хорошо. Запросы. Не знаю для чего. Хорошо, согласимся. Ну, а на этом, пожалуй, я и буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Как говорится, увидимся в следующей серии. Вам, естественно, желаю хорошего дропа, лучших персонажей и лучших камней и катализаторов. Так что увидимся уже в следующих сериях. Всем пока, всем до скорого и удачи вам.